Всем привет на моем канале, смотрите, кто здесь есть. Зай, расскажи, какие твои ощущения? Ты что, дурак, что ли? Смотрим на Марка. Маркуша, помаши в камеру папе. В камеру помаши, сказал. Ударил его. Шутка. Маркуша, как долетел? Расскажи папе. Я долго летел. Сегодня не пойдем. Давай, Маркуш, доедем. Сначала разместимся. В душ сходим. Перекусим. Тогда уже будем решать. Как тебе, Маркуш, нравится? Кушай, помаши папе в камеру. О, смотри, это рамка Дубая, там надо ее в Инстаграм выкладываться. Не знаю, что она означает, какая-то тупая достопримечательность. Ну что, заказал нам, взял в аренду тачки, сейчас поедем. Фоткайте меня! Сима, это моя! Сима? Блин, я ключ от Ларгуса забыл, обычно ключ достаю. Шесть с половиной тысяч человек и вход в океанариум. Ну его нахер. Самое главное, объяснить детям, почему мы не идем внутрь. Your Mac friend, Brent Rambo. В этом вся фишка. В общем, наше расстройство от Дубай Молла не знает границ. Это просто обычный авиапарк, типа торгового центра в авиапарке. Все те же самые магазины, цены все те же самые, такой же аквариум. Ну, здесь, может, чуть побольше. Народу не так много, и это нас натолкнуло на ту самую идею, что мы, вероятнее всего, лучше поедем в аквапарк, потому что там можно будет покататься на горках без огромных очередей. Как это круто! Посмотри, башня какая! А ночью видела, как она перевивается? Я хочу на горке. Тебе нравится башня? Скажи. And chocolate. Маркушенька, сейчас найду, где можно посмотреть парус с такого ракурса. Вообще, насколько я понял, что ближе к парусу, к отелю, там, походу, частные пляжи. Во всех гидах написано, что нужно подъехать на финансовый центр и оттуда уже ехать сюда на такси. Ну, вот там вон видно, что там большие пляжи, но вон он этот парус. Его, может, не видно через камеру. Тебе не больше нравится Турция или Дубай? Дубай. Видите, детям нравится больше Дубай. А вон там он... Дом у Брэда Питта на пляже, где-то на пальме, вон там. Я потом, когда приеду, сошью все ролики в один. Как свадебное видео. Круто? Да. Ну, будешь в этих роликах. Я выложу все на YouTube. Ты будешь как звезда. У нас там 34 подписчика. Кстати, да, для тех, кто задался вопросом, а где же Саша Санчес? Она в школе, потому что сейчас идут уроки. И все школьники, вооружившись Bluetooth-колонками, ТикТоком, дружно топят за Навального. Смысл в Дубае то, что сюда надо ехать на 2-3 дня. То есть вы приехали, посмотрели, в аквапарк сходили,
мы пойдем в понедельник. Да и все, а что тут делать? Тут нету никакой истории, здесь нет никаких достопримечательностей. То есть, ну просто, типа, залили, не знаю, 10-метровую вышку из бетона. Все, вот достопримечательность, все бегают, фоткаются. Не потому, что им хочется, а потому, что все остальные там фоткаются. Ну, как бы и все. В принципе, логично. Фу, друзья, тут есть такая сеть местная в Дубае, Day to Day. Это типа нашего фикс-прайса, только он огромный, двухэтажный. И там закупаются все мигранты. Почему? Потому что арабы здесь очень высокие зарплаты получают, но типа на русские от нескольких миллионов рублей в месяц. Но это нужно родиться арабом. Run. Давайте посмотрим, что мы закупили. Погоди, там где-то чек. Ищи чек. Ладно, короче, вся посылка заняла где-то покупка 1400 рублей. Это ящик колы. Кола 0,25. А, не хотелось полторашку тащить. Такие баунти. По-моему, они в России есть, да? Дальше донуты. Яма-мама, шоколад, донут кейк. Не знаю, попробуем. По-моему, они стоили 10 динариев, 200 рублей. Офигенные царские туфли из замши за 10 динариев. Я их купил, потому что я прилетел, у меня не было туфель, а чтобы попасть на Бурдж-Халифа бесплатно, не платить за смотровую площадку, это такая же фишка, как в Башне Федерации. Соответственно, что вы берете? В Башню Федерации никогда не покупайте на смотровую площадку. Вы просто приходите и говорите, я в Сиксте, в ресторан. И он находится тоже на самом верху там. Приходите туда, садитесь около окошка, покупаете себе кофе. Получается, вы заплатили 200 рублей, просто попили кофе в ресторане, посмотрели, и все, как бы не надо платить ни за какой подарок. Типа там косарь на смотровой площадке. Где-то не надо делать. Здесь такая же ситуация, но здесь они поступили хитрее. Из-за того, что огромное количество народу, здесь заранее бронируешь. Вот мы поедем, планируем поехать на завтрак, потому что тогда 100 динариев с человека. Итого 300 динариев, 6 тысяч рублей на наши. Вот. А просто подняться туда на Бурдж-Халифу стоит больше 200 с человека. То есть это бы 600 динариев бы стоило бы 12 тысяч рублей просто подняться. О май гад! Короче, еще купили вот какие-то Харибо. Анька взяла пепси, но это обычный пепси, я уверен, что он есть. Леон Бар, такие давным-давно продавались. Дальше, Рошен от Порошенко. Их они уже у нас не продаются, а здесь вполне нормально. Ну что, рассказывай, тебе понравился этот магазин? Да. Большой? Да. Там много игрушек. Да, там очень много детских игрушек, и не рекомендую покупать дорогущие сувениры. Проще заходите, если будете в Дубаях отдыхать, day to day. Ну, типа там на косарь всем родственникам, друзьям, всем, нормально. Русский человек. Кинокуния, такой магазин там был. Это оригинальные черепашки-ниндзя на английском, записная книжка Гарри Поттера. И еще нам пришлось ее распечатать, потому что мы не понимали, что это такое. Наруто, тоже оригинальный. Самое чудное, что все книжки открываются, получается, справа-налево, а это слева направо. Ну, она японская, настоящая, но на английском языке. Поэтому, друзья, не рекомендую покупать подарки оригинальные. Рекомендую покупать подарки в паленые китайские. Вот, такие пончики. Такие донатсы? Вот, вот такие. Кусай. Вкусненько. В общем, такой номерок. А, еще здесь фишка отеля в том, что убираются они в 17:30, а мы в 17:30 спим, потому что у нас хороший мальчик. Вот, у нас хороший мальчик, он в 5 часов спит, поэтому такие проблемы постоянные. Это просто латусящий щек и сети пальм. И вот так ты вот так открываешь и пьешь, и вот так играешь. А ты не хотела на завтрак. А вон те, видишь, островки, это насыпные все. Ну, там будут строить дачу. Они Крымский мост лучше бы построили. Я шучу, это чисто для видео погорать, не ссы. Ну, ты испортил мое видео. Каждый раз, когда появляешься в кадре моего видео, ты постоянно его... Фраза про Крымский мост. Народ, раскрою вам суперсекрет. Дизайн купе для русских вагонов делал Джорджо Армани. It's the mind-boggling. Никто и не знал. Поэтому, когда едете, кайфуйте. Десертики стоят 80 дирхам за 1700 рублей. Но они того стоят, на самом деле. Реально вкусно. Мы уже правильно съели. А как вы думаете, почему этот круассанчик никто не ест? Казалось бы, его должны были с самого начала съесть.
Кто бережет вот для второй чашечки кофе. Кофе получает 40 дирхам, 850 рублей. Мы на твой день рождения ходили в Сиксти. Мы заказывали бургеры и мохито, и все. И у меня все про все вышло 5000 рублей. Но здесь уже 6. Мы специально не пошли сейчас в ресторан. Тут еще есть ресторан, где все есть. И омлеты, там и хренеты. Ребят, я научен опытом еще с Москва-Сити, что никогда не покупайте смотровые в небоскребах. Почему? Потому что на крыше каждого небоскреба обязательно есть ресторан, куда вы можете подняться абсолютно бесплатно. Ну, кстати, я вам скажу, вот русский покруче ресторан. Но это не ресторан, мы сейчас находимся, тоже будем честными. Это этот, как он, лаунж. Это бар. Ну, ресторан русским мне больше нравится. Там, как в Чайхане, шашлычок можно взять. Thank you, скажи. He not speak English, he speak Russia only. Смотрите, нашему мальчику подарили какой-то сувенирчик, там конфетка. За 6 тысяч? Так, какие-то здесь я вижу соты для коктейлей. Кстати, вот этот стиль, ну чисто купе. Чисто купе, ребята. Поэтому мы всю жизнь думали, что мы в каком-то ущербе живем, а оказывается... Смотри, он здесь треснул. Небоскреб. Побежали отсюда быстрее. Нажимай. Си. Вот сейчас мы где-то на уровне 60. Да. Поехали вниз. Кстати, народ, с высоты особо не чувствуешь разницу. 60 этаж или 120 какой-то, да. Просто из-за того, что здесь все дома на уровне 60 этажа, и ты смотришь, вроде бы как бы то же самое. Мои уши. Зевай, да. Все, приехали. Ну вот, Путин, Медведев и Кадыров. Местные только. Ну что, народ, мы зашли наконец-то с того входа в Дубай Молл, с которого обычно заходят все дагестанцы и фоткаются. Это Fashion Avenue. Здесь как раз все дорогущие бренды за какие-то безумные деньги. И для взрослых. Потому что мы в прошлый раз заходили, помнишь, там было именно для детей. Там было и Гуччи, и Хренуччи, и Армани, но для детей. Это ее мечта, ребята. Но суть мечты в том, чтобы они не сбывались, чтобы их лелеять, чтобы их любить, так сказать, тягу гонять. Это Дольче & Габбана, вон она Валентина, Картье. Да-да, друзья, это все те самые названия, которые мы видим в дымоходе. Пошли, Гермес, посмотрим. На этом канале сколько стоит шмот. Дымоход, сколько стоит шмот? Дымоход, дымоход. А сколько стоит твой лук? Ребят, сколько стоит мой лук? Ну, вот эти туфли я брал в Дубае за десятку. Да, но на самом деле это десятка дирхам, 200 рублей.